Дорова дялбу. Айнинг биден. Эрэвинумут. Эудив торам хукутчип. Бигарбу. Ася Ивановна, фамилия Дичкова. Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день. Сегодня мы будем учить эвенский язык. Эрэвину тема отбиден бы. Сегодня наша тема называется «Человек». Части тела человека. Ясал, глаза. Дел, голова. Нюрит, волосы. Омкат, это лоб. Корит, это ухо. Онгат, нос. Гадымык, это затылок. Харымта, это брови. Элркын, это висок. Кава, подбородок. Хэмэн, губы. Ит, зубы. Янг, это язык. Хэчэн, это щека. Белга, это шея. Тинган, грудь. Мер, плечо. Ечен, это локоть. Гал, рука. Ханг, ладонь. Хогр, это большой палец. Уникан, это указательный палец. Дулы, средний палец. Ачгырбылы, это безымянный палец. Чимчен, это мизинец. Чор, кулак. Нери, спина. Олдан, это бок. Нудика, это поясница. Бодыл, нога. Нинты, это пятка. Оста, ногти. Илр, это кожа. Колока, пупок. Эрэвинумут эудивторам хупкутюроддып тек бакалдырекловористала айчбиэлр. Сегодня мы выучили на венском языке на тему части тела человека. До свидания, друзья!